Спасибо всем, кто пришел сюда сегодня. Я созвал всех вас, чтобы мы разработали план противодействия против потенциальной угрозы мирового правителя. Йоу, чё, как? Ты тут что забыл? Короче, доклады патрульных разведчиков наводят нас на мысль, что бывший Шичибука и Крокодайл замешан в сговоре против мирового правительства вместе с Ваповым, королем темного королевства Драм. Подумать только, что я вынужден узнавать информацию у кого-то столь незначительного и тупого, как ты. Я покончу с твоими идиотскими играми. А теперь развлеки меня, умоляя сохранить твою ничтожную жизнь, песчаная... Боже мой! Он жрет меня живьем! Еще одной насущной угрозой является исчезновение клоуна Цезаря. Его блестящий ум, но при этом такой же аморальный и безумный, находится в центре внимания многих. Мне даже страшно представить, что он сейчас делает, пока мы просто разговариваем. Что за хрень ты смотришь?